Завидный Новый год проводится территориальным советом молодежи уже в третий раз. Успех мероприятия подкреплен мнениями людей, которые высоко оценивают работу активистов. Те, в свою очередь, довольны положительными откликами и появлением гостей. Всегда очень рады тому, когда жители приходят к нам на наши мероприятия. Мы работаем для них, и спасибо всем огромное за то, что нам в этом помогают. И, конечно, спасибо депутату этого округа Александру Владимировичу Босых, потому что он нам очень много помогает. Организаторы уверены, подготовить такое мероприятие без поддержки было бы трудно. Масштаб празднований, как и его гостей, с каждым годом становится больше. Благодаря этому завидный Новый год так быстро стал для жителей микрорайона приятной традицией. Вообще эта идея зародилась около 2 лет назад, и зародилась она территориальным советом молодежи «Завидное». Мы ее реализовали, и она развивается и развивается, и каждый год подключаются новые люди. И в этом году мы все делаем совместно с общественным советом микрорайона «Завидное», и нам помогают депутаты этого района. Екатерина вместе с дочерью Адель постоянно посещают мероприятия, которые проводят активисты территориального совета молодежи «Завидное». Молодая мама отметила некоторые особенности праздника. Да, вообще, на самом деле, каждый праздник проходит на какой-то такой позитивной ноте. Всегда восторженные лица, и все мамочки поддерживают, танцуют, пляшут. И это всегда очень здорово. И эмоции, и дети счастливы, а мы тем более. На завидный Новый год пришло большое количество молодых семей. Никто из них не остался в стороне. Все поучаствовали в детской игровой программе. Родители поделились своими впечатлениями от праздника, который вызвал у них, как и у детей, только положительные эмоции. Если было почаще, еще почаще, было бы еще лучше. Чтобы детям нравятся они такие. Положительные эмоции, это хорошо. Праздник очень нравится, весело. Дети развлекаются, и мы радуемся. Объединяет людей. Видим, что она заботится о наших детях. Неожиданно для себя дети встретили сразу 2 Дедов Морозов. Старший в профессии уже давно, а молодой только учится и постигает основу волшебства. Все вместе они водили хороводы и спели новогодние песни. В холодный зимний вечер завидный Новый год смог согреть гостей праздника своей веселой атмосферой и приближением чудес, которых, как и Дедов Морозов, будет в 2 раза больше. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.